Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Это она? Да. Хорошо, и выходит на счет 3 из биоробота. 1, 2, 3. И если в биороботе есть еще подключки, голограммы, копии, все чужеродное выходит и становится рядом. Тонкая копия вышла. Защищаем физический биоробот защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Наталью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Натали поднимайся в комнату диагностики. Мешает кто-то? На месте. У нее кто-то космический сидит. Понятно, я чувствую тоже. Да, хорошо. Так, мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Хорошо, я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой, 360 градусов вокруг Натальи. И становится ее заложником. 1, 2, 3. И рептилоид. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. От рептилоида выстраивается канал к другим ответственным, связанные с ним, участвующие в похищении энергии у Натальи. 1, 2, 3. И все ответственные по цепочке притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложниками. Один он. Кто? Он один. Один репт? Да. Так, это не голограмма. Ставим маячок зеленый-красный. 1, 2, 3. Если это органический зеленый, если красный цвет. Какого цвета маячок? Зеленый. Считай цифры над головой. 82. Слушай, лаборант. Я вообще не понимаю. Что ты здесь делаешь? Рептилоид? Ты что, тебе жить надоело или что? Ты зашел? Он установки ставит. Кто тебе разрешал ставить установки в биополе человека, который прочитал манифест? Вот скажи, кто? Она искала связи. С кем? С рептилоидами? Мне энергии показывает. Энергии яркие, разные. Он ей показал их. Обманул. Вот. Мы уже ближе приходим к теме. Итак. Рассказывай с самого начала. У тебя просто очень невысокий уровень, ты понимаешь, рептилоид. Я общался с рептилоидами уровня выше 1000. А тут пришел ты, если я тебя сразу предупреждаю, если ты попытаешься меня обмануть, ты об этом очень серьезно пожалеешь. Если ты не знаешь, куда ты попал, то наведи справки в своем мире. Он не обманывает. Хорошо. Лаборант. Хорошо, кто тебя послал? Лаборант никогда один не приходит. Но он, как сказать, не лаборант, он исследователь. Он хочет сказать, что он по своей инициативе вошел просто в биополе человека, да? Нет, это система. То, чем занимается он. Почему ты именно? Почему ты именно к ней подключился и кто дал тебе команду? Он увидел ее запрос. Он увидел ее запрос. И какой запрос был, скажи мне, рептилоид? Энергии. Энергии. Какие именно энергии были сказаны? Плеяд. Энергии Плеяд. И почему ты осмелился зайти на энергии, на биоробот Плеядянки? Показал он ей эти энергии. Она их приняла. Я сейчас, честно говоря, немного в шоке. Наталья пыталась извне получить энергии Плеяд. Они у нее внутри находятся. Он ей показал. Они у нее внутри находятся уже. Ей надо было изнутри их активировать в своем биополе. Она пыталась закачаться энергией. Он ей показал именно энергии Плеяд. Я их просто по цветам вижу. Понятно. Он показал ей энергии, те, которые у нее. То есть энергии Плеяд. Я понял. Но дело в том, что Наталья искала эти энергии извне. Она искала закачаться энергией. Правильно, ей не надо ими закачаться, они уже внутри ее находятся. Это я хотел сказать, это для Натальи было сказано. Ей надо изнутри эти энергии активировать и дать команду «пошли энергии Плеяд». Значит, 3, 1, 2, 3, они активируются. И моментально прочувствовать, как плотная такая энергия медленно-медленно покрывает ее биоробот. Если бы эта энергия была, она только так активируется, она уже внутри. Вот это и называется осознанное ее применение. Как только вы себе выстрелили, это одновременно для вас является, это я к Наталье обращаюсь, вашей защитой.
Она говорит, что она лишь пополнялась энергией и пыталась связаться со своим куратором. Понятно. Хорошо. Тогда мы сделаем следующее. Мы сегодня по-любому вызовем куратора и спросим, что вы сделали неправильно, и установим эту причину. Так, рептилоид, я сейчас жду от тебя информации, как избежать подключки в будущем твоей. Что Наталья должна сделать, чтобы ты не подключился? Если нет, тогда ты для меня не представляешь. Говорит, что это элементарно. И техника защиты этого портала, через который ты что угодно просишь. Выставляя защиту связи, портала. Энергии. Имеется в виду связь с кем-то, с кем да. бы ни было. Все эти запросы должны быть обязательно защищены, чтобы их не видел никто. Все верно. Наталья, вы выстраиваете канал, невидимый канал, защищенный канал. Вот это вы должны сказать. Всего два слова. Защищенный невидимый канал. Все. Больше ничего. И тогда рептилоид не сможет вас увидеть. Правильно? Рептилоид? Он не сможет услышать запрос. Он не сможет услышать запросы. И, соответственно, тогда он не сможет реагировать. Правильно? Да. Ладно, рептилоид, говори мне, что ты там оставил в ее биополе. Установил ты все. Давай, выходи, доставай все, что ты там оставил. Сейчас я буду на вытаскивать. На левую часть установила. Вытаскивай все. Как долго ты находился в биополе? Лаборант. Неделя. Понятно. Она тебя не смогла скинуть, вытащить из биополя сама? Она пыталась? Она не поняла. Он снял. Хорошо, так. И сейчас я даю команду на счет 3, включая внутренний белый свет, биополе Натальи, 1, 2, 3. И Наталья на счет 3 начинает выдавливать из себя все негативные, остаточные энергии. И 1, 2, 3. Готово. Отлично. Большой шар? Большой. Средний, сказал. Больше мячика. Больше мяча. Понятно. Открывается под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Все, рептилоид. Больше в это тело не приходи. Теперь ты уже знаешь нас. Если мы второй раз увидимся, я уже не приму во внимание вообще ничего. Понимаешь? Человек находится под нашей защитой. И если вдруг пожалуется на плохое самочувствие, я тебя снова увижу в этом биополе, ты не даешь человеку даже самостоятельно развиться. Он не успевает это все сделать благодаря таким, как ты. Вот. Так вот, если я тебя в следующий раз увижу, я тебя очень сильно накажу. Я не хочу это делать, но... Он говорит, применяйте элементарные техники безопасности. Я тебе говорю за этот конкретный случай, а не за всю человечество. Все понятно? Да. Хорошо, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида. 1, 2, 3. Рептилоид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Давай заправим энергией Наталью. Посмотри, пожалуйста, сколько процентов энергии, какая частота вибрации ей необходима до полного восстановления и корректировки. 370. И? 26. 6, я 25 написал, хорошо. И на счет 3 в макушку головы Натальи начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 370% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые цвета начинают поступать в нее. Мощность потока усиливается. Частота вибрации Натальи поднимается до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Так, хорошо. Я сейчас хочу сделать еще одну вещь. Я хочу сейчас сканеру дать команду, чтобы он просканировал сосуды на ногах Натальи. И показал нам... познакомиться и встретиться со своим любимым высшим Я и задать ему первые свои 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я буду рада ответить. Замечательно. Я тогда начинаю с первого вопроса. Первый вопрос. У меня очень хрупкие сосуды на ногах. Расширение вен, сосудистая сетка.
Посоветуйте, пожалуйста, лечение. Теплота. Теплота? Обволакивай свои ноги теплотой. Когда? Любой теплотой или ей стоит взять энергии Плеяд? Или вы какой-то это канал? Это не важно. Не важно. Это так, как она сама представит, и то, что ей поможет. Отлично. Наталья, вы поняли? Представляете, визуализируйте себе, как ваши ноги покрываются теплом, плотным слоем, и прочувствуйте это тепло. Это вам поможет. А в чем причина этих болей? Я объясню немножко по-другому. Пожалуйста. Как ты представляешь, что складываешь ноги в теплую воду, и вода обволакивает тебя. Также представляй эту энергию всегда, 24 часа в сутки. Перед сном с утра представляй, что твои ноги в тепле, комфортной тебе температуры. Твои ноги защищены, сосудам комфортно, и они работают в норме, в нормальном режиме, сбалансированно во всем твоем физическом теле. Причина в энергиях Плеяд, они давящие. Ими нужно уметь гармонизировать их по всему телу. Она их собирает сверху, и все давление идет на ноги. Понятно, понятно. Синхронизация, гармонизация этих энергий, которые она получает. Благодарю вас, уважаемая Лия, за этот очень развернутый и подробный ответ. Вы когда рассказывали, у меня уж самого ноги потеплели. Благодарю вас. Вы закончили? Я могу переходить? Я перехожу ко второму вопросу. Благодарю вас. Второй вопрос. Очень люблю петь с детства. Без песен не могу жить. С чем это у меня связано? Вибрации. Определенные вибрации дает музыка. Ты наполняешь свое тело вибрацией, полезной тебе или подходящей по твоему настроению. Ты можешь использовать музыку как защиту. И если ты будешь понимать, что определенные звуки, они дают твоему телу определенные вибрации, укрепляют их. Но, как я сказала прежде, тебе нужно научиться гармонизировать и распределять их по всему телу, обволакивая с головы до ног. Благодарю вас. Я перехожу к третьему вопросу. Пожалуйста. Люблю платья в пол, то есть длинные платья. Ношу их с удовольствием. Это связано как-то с моей прошлой жизнью? Нет, это связано с энергией Земли. Ты заземляешься и берешь необходимую тебе энергию Земли. Платье, оно как купол закрывает, усиливает и направляет энергии Земли. Тебе много энергии космоса, но заземление важно. Поэтому в платьях ты больше чувствуешь энергию Земли, хотя не можешь объяснить это. То есть у нее отлично получается на подсознательном уровне как-то использовать это платье, но она применять музыку, платье, но вот. Она не может найти объяснение. Но могу сказать больше, она не искала объяснения до сегодняшнего дня. Это и есть интуиция. Если ты начнешь задумываться, ответ придет сам и сразу. Нет запроса, нет ответа. Вот это я хотел сказать Наталье. Кто ничего не спрашивает, тот ничего и не получает. Ты не прав. Она запросила, а ответ пришел. Я рассказываю до этого момента, честно говоря, до того, как она обратилась к нам. То есть она это все делала, но она как-то на таком подсознательном уровне делала. Сейчас, это конечно, так. Да, да. Ну, в принципе, она правильно шла. Она просто не понимала, почему. Я это хотел сказать. Благодарю вас, уважаемая Лия. Вы хотели что-то закончить еще, дополнить? Нет, пожалуйста, продолжай. Отлично. Четвертый вопрос. У меня есть племянник. А тут она спрашивает за другого человека, вернее. Ну как, я прочитаю вопрос, а вы решайте. У меня есть племянник, зовут его Андрей. Я очень его люблю и очень привязана к нему душой. Что за связь у меня с ним? Она имеет в виду, может быть, из прошлых жизней. Космическая связь. Космическая. Все. Она интуитивно понимает, что это родная какая-то космическая душа, поэтому отлично. Значит, они знакомы по космической линии.
Я продолжаю. Я не буду утверждать, что они знакомы. Я просто скажу космическая связь. Я не имею права открывать историю другого человека. Я, честно говоря, говорил, что Наталья нельзя спрашивать. Я всем говорю, нельзя спрашивать за других людей, только за себя самого. Я, честно говоря, не заметил этот вопрос. Я бы ей, конечно, сказал. Но вы уже ответили. Благодарю вас, уважаемая Лия. Я продолжаю тогда. У меня в квартире очень много искусственных цветов. Очень сильно я их люблю. Это нормально или надо от них избавиться? Это был вопрос. Я вам сделаю легкое пояснение. Мы чистили ее квартиру, и мы убрали очень много из квартиры мертвой энергии. Эта энергия была принесена именно вот этими мертвыми сухими цветами. Чтобы объяснить, почему она этот вопрос задает, потому что, в принципе, с этой энергией не очень комфортно жить. Как... Это очень, пожалуйста, широкий, я бы сказала, вопрос. И ответ на него будет очень длинный. Вы правильно заметили, что это мертвые энергии. И лучше, конечно, энергия живой зелени, цветов, находящейся в своей среде. То есть не срезанные, не умершие, не стоящие в вазах, живые или засохшие, а то, что есть в полях и в живой природе. И неважно, цветы это или просто зелень, деревья, трава, оно все несет положительную энергию, в то время как умершие цветы, они несут отрицательную энергию. Но я хотела бы объяснить, откуда эта тяга вообще к цветам и, соответственно, к сухим цветам. Пожалуйста. Как представитель Плеяд, ты жила на Земле в VI веке до нашей эры, и ты участвовала в постройке второго чуда света подвесных садов в Вавилоне. Вау, вот это да. Ты была одним из архитекторов этих садов, спроектировавших всю технику. И сады так понравились тебе, произведения искусства на Земле, что это проходит по всем твоим жизням тонкой линией. Ты пытаешься сохранить это в сухих цветах, воспроизвести, но откуда ты не знаешь. Твоя интуиция подсказывает тебе и направляет все время на протяжении всей твоей жизни. Как интересно, Лия. Я даже представить не мог, что... Во-первых, эти висячие сады – это действительно второе чудо света. Но там же сады были живые цветы. Совершенно верно. Пусть живыми цветами лучше себя украшают. Это и есть радость. Не срезанными, а именно в горшках, чтобы они росли. Именно это живая энергия и важно. Помогло бы ей, скажите, если она себя окружит живыми цветами? Нет, все есть в природе, в натуральном виде. Вот как. Отлично. Просто почаще выходить на природу и получать это удовольствие от общения с ней и замечать эти нюансы все, да? Только там природа в своей гармонии, и только там ты можешь получить от этого определенные здоровые энергии. Когда ты приходишь к флоре, я не буду уточнять еще раз, это могут быть деревья, обычные деревья или трава, не обязательно цветы. Любая растительность, когда она находится в своей среде. Открыт какой-то канал? Я не смогу ответить на этот вопрос. Ты не можешь быть осведомлен во всех вопросах. У тебя математический склад ума. В прошлом ты была архитектором. На Плеядах ты занимаешься определенной работой. Почему ты решила, что тебе должны даваться языки? Кто-то рожден быть медиком. Абсолютно верно, Лия. Я, кстати, отношусь к этим людям. Это будет меня после чистки меня больше не будет это беспокоить? Она имеет в виду нашу чистку и спрашивает у вас. Чистка не панацея от всех болезней.
Как я уже раньше сказала, всю свою энергию ты собираешь сверху. Отсюда у тебя расширение сосудов в ногах, потому что энергия давит на них, но вся энергия собирается в головной части. Происходит давление. Все, что тебе нужно сделать, еще раз говорю, это гармонизировать всю свою энергию и распределить по всему телу равномерно. Мы давали ей этот инструмент. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наилучшим образом. 1, 2, 3. И представить и прочувствовать эту синхронизацию, гармонизацию, визуализировать, как эта энергия растекается по твоим тонким телам и обволакивает тебя равномерно. Это все, что нужно сделать Наталье. Поправьте Лучше меня. Не скажешь. Благодарю. Мы просто очень каждый день имеем с этим дело, поэтому мы учим людей самостоятельно спасать себя самих. И это совсем не трудно. Надо просто захотеть и правильную технику применять. Поэтому, если где-то можно добавить два слова, мы всегда от себя добавляем именно рассчитанный на менталитет земного человека. Я тогда продолжу с 9-м вопросом, уважаемая Лия, если мы здесь закончили. Продолжаем. Хорошо. Стараюсь ставить защиту, поднимаю вибрации, но мне кажется, у меня не получается. Я хочу попросить Амира. Амир – это представитель Плеяд, с которым я знаком. Я его пригласил и показал Наталью, представил ему. Вот он хочет, она хочет попросить его, чтобы он ей поставил защиту. Какой вопрос ко мне? Я не знаю, честно говоря. Я могу только еще раз прочитать. Стараюсь ставить защиту, поднимаю вибрации, но мне кажется, у меня не получается. Давайте остановимся на этой части вопроса. Получается у нее или нет ставить защиту? Вернее, поднимать вибрации и ставить защиту. Прежде всего, ей нужно распределять и гармонизировать, и балансировать свои энергии. Это будет, от этого будет зависеть ее защита. Это ответ на ваш вопрос. Я не думаю, что Амир может здесь помочь вам, Наталья, потому что у каждого... Это пледия... вопрос к Амиру, не ко мне. Конечно, благодарю вас. Я тогда перехожу к последнему вопросу, 10-му вопросу. Хочу узнать с прошлой жизни самое яркое и позитивное воплощение. И кем я там была? Она я хочет... уже рассказала. Вы уже рассказали, да. Благодарю вас. За все благодарю свое высшее «Я», куратора Мариту, Влада и Вера. Я очень рада знакомству с вами. Это ее пожелание. Уважаемая Лия, мы закончили. Благодарю вас сердечно за то, что вы сейчас ответили, помогли нам прояснить очень важные моменты. Я больше чем уверен, у Натальи получится найти ответы из всех этих вопросов, которые она задала вам, и дальше работать в этом направлении, которое вы ей указали. Хотели бы от себя что-то добавить еще? Я уже все сказала, но еще раз акцентирую момент гармонизации по всему телу энергии Плеяд. Они густые и плотные. И плотные, спасибо за правильное слово. Немножко тяжелые, поэтому нужно научиться управлять ими. От этого будет зависеть дальнейшее развитие и защита Натальи. Все понятно. Наталья, вы теперь услышали свое домашнее задание, что вам надо обязательно достигнуть для того, чтобы вы продвинулись в своем развитии дальше. Достигните эту цель, откроется вам что-то новое, страница другая. Шаг за шагом. Поэтому... Лия, уважаемая Лия, благодарю вас сердечно за эту помощь. У нас есть такая добрая традиция, мы каждому куратору, каждому учителю, с которым мы встречаемся, мы обязательно исполняем какое-то желание, мы дарим подарки, любую мыслеформу. Ваша частичка, правда, сейчас находится на земле, но, может быть, у вас есть какое-то желание что-то особое увидеть или получить какой-то подарок в виде, скажем, самых вкусных ягод, которые есть на земле, чистейших. Красные маки. Красные маки, Верочка, отлично. Итак, летний день, вот этот холмистый местность, лес стоит, и вот эта лужайка, на которой полностью вся в красных маках. Солнце светит, птички летают, пчелки. 1, 2, 3, появляется эта мыслеформа. Идиллия летняя, майская. Волшебное место. Замечательно. Передаем вам, уважаемая Лия,
на добрые воспоминания. И в моих руках появляется корзиночка с самыми вкусными ягодами на земле. Единственный чистый продукт, который у нас остался. Прошу вас его принять. Я думаю, вам понравится. Я благодарю вас за ваши подарки. И мы благодарим вас, уважаемая Лия. Мы закончили. Будем тогда возвращать Наталью, вашу частичку. Сначала в комнату диагностики, я а потом... Я рада встрече. Благодарим со вас. Со всеми. Приношу вам свою благодарность за эту встречу. Принимаем вашу благодарность, уважаемая Лия. Благодарю вас. И я вас. Наталья благодарит. Вера благодарит. И, конечно же, куратор Марита. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего наилучшего. Я говорю, до скорых встреч. Я бы хотела добавить, пожалуйста, для Натальи. У нас есть связь, и я всегда слышу ее. Может быть, она не слышит мои ответы, так как не может наладить баланс внутри себя, но я всегда слышу ее. И если у нее что-то не получается, она может запросить то, что в моих силах, я помогу. Даже если она не услышит от меня ответ, она может представлять решение проблемы. Со временем она научится слышать ответы от меня. Благодарю вас еще раз. Благодарю я вас, Лия, за эти слова. Мы рассинхронизируемся, прощаемся с вами. Желаем вам всего наилучшего. До скорых встреч. Берем Наталью, Вера, бери Наталью. И вместе с Маритой и мной возвращаемся в нашу комнату диагностики. Всего доброго. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Отлично. Марита, как вам сегодняшняя наша встреча? По-моему, мы продвинулись хороший такой кусочек дальше. Прекрасная встреча. Я тоже. Много советов. Марита, один вопрос к вам. У нас сегодня мы вытащили перед сеансом рептилоида, который зашел на свет, который она искала от плеяд. Она хотела... Свет, энергии, это разные вещи. Хорошо, вы знаете, о чем шла речь. Объясните, пожалуйста, ей, как ей избежать эту ситуацию. Нам, в принципе, рептилоид уже рассказал, что ей надо делать защищенный канал. Надо его перед сном обязательно защищать и указывать конкретно, с кем она хочет связаться. Тогда он просто его не увидит. Тогда он будет закрытый защищенный канал. Как, что вы можете добавить со своей стороны? Ну, здесь нечего добавлять. Это должна Наталья сама представить. Я не могу сказать ей, какой это будет размер или форма. Это должно быть ей понятно и приятно. Это может быть цилиндр, это может быть ромб, это может быть любой сосуд, который она защищает и принимает энергии, запускает эти энергии. Дело в том, что она пледиянка, в принципе, эти энергии в ней уже присутствуют. Я их активирую, например, чисто своим желанием, они у меня изнутри идут. И вот ей советовал, в принципе, активировать. Я не говорю про энергии плеяд. Она именно энергия. Я говорю про каждодневные энергии закачки. Все понял. Прошу прощения, потому что я что-то именно имел в виду, именно плеяд. Она попросила защиту плеяд, она ее искала, но нашла рептилоида, вернее, он ее нашел. И я хотел спросить, как ей в этом случае, когда она ищет защиту плеяд, получить именно защиту плеяд, а не защиту, а не подключку от рептилоида? Изнутри. Изнутри, как я и говорил. Хорошо. Благодарю вас, уважаемая Марита. Верочка, большая корзинка появляется в твоих руках с самыми вкусными ягодами, самыми чистыми продуктами, которые есть на земле. Могу ли я еще какое-то желание вам осуществить, уважаемая Марита? Верочка, передай, пожалуйста, корзинку в знак благодарности за этот великолепный визит и помощь. Этого достаточно. Благодарю вас за эти подарки. Отлично. Это необычно. На добрые, хорошие воспоминания. Надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся в просторах, на просторах Вселенной, уважаемая. Обязательно. Марита, отлично. Посылаем вам наши энергии благодарности. От Натальи лично, от меня и от Веры. И будем с вами прощаться. Желаем вам всего наилучшего. Всего хорошего вам.
Прощайте. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Хорошо, обращаюсь к Наталье. Наталья, у вас сегодня был такой... Теле начинает двигаться, а не собираться в одном месте, и все. Готово. Отлично. И отключаемся от объекта, и перемещайся в свою комнату диагностики. На месте. So